Привет, друзья! Сегодня 17 октября. Я взяла тур к озеру Сапанджа, по-турецки Сапанджа-Гюлю. Это близ города Сакария, север Турции. Я в группе не одна, нас здесь несколько русских. Сейчас мы идем на завтрак. Погода, в принципе, будет теплая днем, 25-26 градусов, с утра прохладно. Ух ты, трясется! Ой! Проходим по навесному мостику. Насколько возможно, буду все снимать и показывать. Сейчас пока я отключаюсь. Гранатики здесь уже поспевают. Мы позавтракали, теперь мы собираем всю нашу группу и едем дальше к следующему месту. Проходят наши по навесному мостику. Вот он трясется во все стороны, ходуном ходит. Сейчас мы приехали к месту, которое называется Орманья, ну, по-русски просто лес. Здесь нам выделили время 1,5 часа. Мы будем гулять. Время еще раннее утро. Здесь очень большой лес, очень зеленый. Погода теплая, позволяет достаточно хорошо погулять, получить удовольствие. Здесь люди могут устраивать пикники, принести с собой чай, закуски, можно посидеть, покушать. Мы пришли к домикам хоббитов. Они такие маленькие, хорошенькие домики. Возле них можно пофотаться. Здесь особое такое местечко. Прудик сделали с водичкой. Ну и все, естественно, здесь фотаются. Какой-то отель для насекомых, что ли? Ага. Прикольно вообще. Отель для насекомых. Мы придумали же. Итак, следующее наше место – это стеклянная терраса. По-турецки называется джам-террас. Сейчас посмотрим, что там есть. Здесь, конечно же, продаются различные сувениры. Мороженое тоже можно купить. Да, вот я поднялась наверх. Отсюда открывается шикарный вид на горы, на зелень. Вот здесь, собственно, начинается стеклянная терраса, то есть пол стеклянный внизу. Шикарное место. Мне очень понравилось, и всем нам. Пофотались, посмотрели, получили удовольствие. Следующее наше местечко называется Кёй-Эви, деревенское место.
Здесь такой красивый водопадик есть. В общем-то, смотрится очень живописно. Но здесь, чтобы сфотографироваться, нужно деньги платить, поэтому я просто на видео сниму. Хорошо здесь это все. Дизайн сделали, украшено. Красиво. Такая мельничка. Там еще одна. Банановые деревья здесь растут, причем так смотрится красиво, еще и с сердечками. Вот здесь вот бутон был, в принципе, он еще и есть, этот бутон, да, красиво. Лампы классные. Мозаика. Итак, наша последняя остановка. Наконец-то мы вышли к озеру Сапанджа. Это озеро огромное просто по своим размерам. Находится на севере Турции. Здесь очень много сейчас людей. Туристов очень много. Неизвестно, можно здесь купаться или нет. Но, в принципе, русские искупались бы везде. Здесь также у такого маленького причала стоят лодки. На них по желанию можно совершать тур вокруг озера. Стоимость тура 10 лир. Мы здесь решили на лавочке отдохнуть, посидеть. Мы решили тоже совершить тур на одной из лодок, но только не знаем, куда нам усесться. Вроде как места все заняты. Интересная вот эта лодочка в виде такого загнутого хвоста. Спрашиваем, куда нам сесть. Эрдо Траджас. Теснимся. Почему у нас нет музыки? А, у нас тоже есть музыка. С музыкой и с песней будем совершать тур по озеру Сапанджа.
Наш субботний тур подходит к концу. Пришло время садиться в автобус и возвращаться домой в Балыкесир. Назад ехать 3,5 часа, поэтому нужно уже выдвигаться в путь. Заходим. Мы уже все уставшие, поэтому будем отдыхать.